Так, ну давайте продолжать. Значит, следующий докладчик Михаил Игоревич Романюнов из Института математики и механики Уральского отделения РАН расскажет про обобщенное решение наследственных уравнений Гамильтона и Якоби. Спасибо большое. В рамках доклада речь пойдет об уравнениях Гамильтона и Якоби, но не обычных, а так называемых наследственных уравнений Гамильтона и Якоби, и основные результаты, о которых я буду рассказывать, будут касаться теории обобщенных решений таких уравнений. Но прежде чем переходить, собственно, к наследственным уравнениям Гамильтона и Якоби, я сначала кратко напомню о том, как обстоит ситуация с обычными классическими уравнениями Гамильтона и Якоби. Прежде всего, мотивация, то есть откуда такие уравнения возникают. Погромче? Хорошо. Прежде всего я расскажу, откуда уравнения Гамильтона и Якоби возникают. Ну и для этого в качестве такого мотивационного примера я рассмотрю задачу оптимального управления. В чем она состоит? То есть задана динамическая система, движение которой описывается обыкновенным дифференциальным уравнением. То есть здесь независимая переменная tau – это время, y – tau – это вектор состояния системы в этот момент времени tau. А в правую часть также входит векторный параметр u от tau, то есть это и есть то управление, которым мы можем распоряжаться, чтобы так или иначе повлиять на динамику нашей системы. На это управление наложено ограничение, то есть в каждый момент времени tau значение управления принадлежит некоторому заданному множеству p большое. Весь процесс целиком рассматривается на каком-то конечном промежутке времени от 0 до t большое. Также предположим, что задан некоторый начальный момент времени t малое и задано начальное значение, начальное состояние системы x, то есть получаем, что для нашего дифференциального уравнения задано какое-то начальное условие, то есть y в момент времени t равно x, то есть получается задача Cauchy для обыкновенного дифференциального уравнения. Также предполагается, что задан некоторый показатель качества g, который мы хотим минимизировать. То есть этот показатель состоит из двух слагаемых. Он оценивает терминальное состояние системы, то есть то, куда наша система пришла при действии управления в момент времени t большое, ну и также содержит некоторую интегральную оценку реализации управления и движения. То есть здесь y в правой части – это то движение системы, которое было порождено при начальных условиях y от t равно x при вот выборе какого-то конкретного управления U. И задача оптимального управления состоит в том, чтобы выбрать это управление так, чтобы этот функционал минимизировать. То есть здесь точно нижняя грань ищется по всем измеримым функциям из отрезка t малое t большое со значениями в p большое. То есть вот такая задача оптимального управления. Ну и надо сказать, что вот пару, состоящую из момента времени t и вектора состояния системы в этот момент времени, ну, принято называть позицией, то есть пара tx – это позиция, ну, здесь tx – это начальная позиция. Такие задачи оптимального управления стали активно рассматриваться с середины прошлого века примерно, и здесь были выработаны два основополагающих принципа. То есть первый – это принцип максимума Пантрягина, который представляет собой необходимые условия оптимальности в этой экстремальной задаче. То есть он нацелен на то, чтобы найти функцию оптимального управления, то есть ту функцию, которая дает вот этот минимум, для фиксированной начальной позиции tx. А второй принцип, который доклад как бы служит развитием этого второго принципа, это принцип динамического программирования Беллмана, и он нацелен на построение управление по принципу обратной связи, то есть такой функции u от tau и y, что я ее подставлю в уравнение движения, и для любой начальной позиции будут генерироваться оптимальные управления, оптимальные для вот заданной начальной позиции tx. Центральное место в конструкциях динамического программирования занимает функция оптимального результата или функция цены φ0, которая вот здесь вот определена. То есть что это такое? Это величина, ну, собственно, по определению, это величина оптимального результата в этой задаче оптимального управления. То есть для каждой точки tx мы рассматриваем вот такой инфимум.
Понятно, что по определению эту функцию найти нереально, потому что нам нужно для каждой начальной позиции TX и для любого управления решать дифференциальное уравнение, а после этого еще решать задачу бесконечномерной оптимизации. Однако оказывается, что вот эту функцию φ0 можно найти как решение некоторого уравнения в частных производных, которое вот здесь выписано, и это уравнение называется уравнением Гамильтона и Коби-Беллмана. Ну вот добавка фамилии Беллмана означает, что здесь вот функция h, которая называется гамильтонианом, она не произвольная, не абстрактная функция, а она имеет вот некоторый специальный тип, то есть добавка Беллмана говорит о том, что гамильтониан возник из некоторой задачи оптимального управления. Итак, то есть вот у нас была задача оптимального управления, мы можем поставить в соответствие вот такую задачу Каши. То есть есть уравнение Гамильтона и Коби-Беллмана, которое рассматривается вот в такой области, и момент времени t большой задано краевое условие. Если это уравнение классифицировать, то это уравнение в частных производных первого порядка, но нелинейное. Как теперь, то есть мы пока взяли просто формально, у нас была одна задача оптимального управления, мы ее поставили в соответствие с задачей Каши. Как теперь эти две задачи друг с другом связаны? Ну, чтобы мне тут говорить о каких-то результатах, надо сказать, при каких предположениях я работаю. То есть будем считать, что выполнено предположение 1 задачи оптимального управления. Вот это предположение на слайде, то есть множество геометрических ограничений компактно, функции f, сигма и хи непрерывны. Функция f удовлетворяет вот такому неравенству, которое называется условие подлинейного роста. Также функции f и хи предполагаются локально липшицевыми по второй переменной. И при этих предположениях оказываются справедливы следующие результаты. То есть если оказалось так, что функция цены φ0 непрерывно дифференцируема, то она удовлетворяет уравнение Гамильтона и Коби-Беллмана и краевому условию, то есть является решением, классическим решением соответствующей задачи Каши. Более важен в некотором смысле обратный результат, который иногда называется теоремой верификации вот в этой теории. То есть если случилось так, что мы нашли какое-то непрерывно дифференцируемое решение задачи Каши, то это решение обязано совпадать с функцией цены φ0. При этом по вот этому решению можно построить оптимальную стратегию управления по принципу обратной связи у 0 согласно следующему правилу, в которое входит градиент вот этого решения φ. То есть если нам удалось найти непрерывно дифференцируемое решение уравнения Гамильтона и Коби, то мы полностью решаем нашу исходную задачу оптимального управления для любой начальной позиции. Хорошо, то есть вот такая связь. Что здесь важно заметить, что ключевым предположением, благодаря которому здесь все работает, это свойство непрерывной дифференцируемости либо функции цены, либо существование непрерывно дифференцируемого решения задачи Каши. Ну и вот это требование непрерывной дифференцируемости оказывается ограничительным. Почему? Потому что оказывается, что вот задачи Каши для уравнения Гамильтона и Коби, они могут не иметь глобального классического решения. То есть классическое решение будет существовать только локально в окрестности терминального момента времени t большое. При этом это может случиться даже если h и сигма – это гладкие функции. То есть гладкость входных данных никак не обеспечивает существование гладкого решения. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот в теории оптимального управления известны содержательные задачи, в которых функция цены не гладкая, то есть она недифференцируемая в некоторых точках оказывается. Ну и вот эти рассуждения привели к тому, что возникла потребность в развитии теории обобщенных решений вот таких задач Каши, в частности для того, чтобы как-то характеризовать функцию цены и на основе вот этих уже негладких решений строить оптимальные стратегии управления по принципу обратной связи. Ну вот с теорией обобщенных решений здесь возникла проблема, потому что если мы попытаемся каким-то стандартным способом определить обобщенное решение, то здесь теряется единственность. Например, если мы скажем, что обобщенным решением называется локальная липшицевая функция, которая почти всюду удовлетворяет уравнению Гамильтона и Коби и удовлетворяет краевому условию, то здесь есть простые примеры, которые показывают, что обобщенное решение в таком смысле не будет единственным. Поэтому потребовались некоторые специальные подходы к понятию обобщенного решения. И вот в рамках моего доклада я расскажу о двух таких подходах. Это минимаксный подход Андрея Измайловича Субботина
и вязкостный подход Майкла Крэндалла и Пьера Луи Леонса. Но я опять же буду говорить о каких-то результатах, которые были получены в рамках этих подходов. Поэтому мне надо оговориться о том, при каких предположениях я работаю. То есть вот мы рассматриваем теперь задачу Каши для уравнения Гамильтона и Коби, то есть абстрагируемся от конкретного вида гамильтониана H, и будем считать, что вот гамильтониан H и кривая функция непрерывны, H удовлетворяет условию Липшица по третьей переменной с константой Липшица, которая может зависеть от нормы x. Третье условие – это условие локальной Липшицевости по x, ну вот с константой, которая может зависеть от нормы s. Ну, стоит сказать, что вот в рамках этой теории это предположение достаточно общее, ну, в том числе оно будет выполнено вот в нашей задаче оптимального управления, которую я определял выше. Итак, минимаксный подход Андрея Измайловича Субботина, ну, вот принято ссылаться на статью 1980 года, в которой были заложены основы этого подхода. Вот определение, да, то есть минимаксным решением задачи Каши называется непрерывная функция φ, которая удовлетворяет кривому условию, и для всех точек Tx или любого вектора S выполнена пара неравенств. То есть в этих неравенствах участвуют нижняя и верхняя производные функции φ по направлению. Вот здесь я напоминаю определение, что это такое. То есть вектор S играет роль градиента функции φ, но вот поскольку у нас функция φ лишь непрерывна, то градиента может не быть. Ну а тут направления F перебираются из шаров BCX, то есть это шар вот такого радиуса, где C это константа из условий Липшицевости гамильтониана. Вот, то есть если так говорить грубо, то в рамках минимаксного подхода одно уравнение Гамильтона и Коби распадается на пару дифференциальных неравенств для нижних и верхних производных по направлению. Вот, то есть одно неравенство меньше либо равно нуля, другое неравенство больше либо равно нуля. В рамках теории минимаксных решений было доказано, что вот минимаксное решение оно обладает всеми свойствами, которые обычно предъявляются к понятию обобщенного решения. То есть это существование единственности, это непрерывная зависимость от гамильтониана и краевой функции. Это свойство согласованности с поднятием классического решения. То есть если у нас оказалось так, что все-таки классическое решение есть, то оно будет совпадать с минимаксным. А с другой стороны, минимаксное решение удовлетворяет уравнению в любой точке дифференцируемости. И имеет содержательный смысл. То есть это означает, что если у нас сама задача возникла, например, из задачи оптимального управления, то минимаксное решение действительно будет описывать функцию цены. Ну, ключевым вопросом было доказательство единственности такого минимаксного решения. Ну и тут надо сказать, что основу этого доказательства составили конструкции из теории позиционных дифференциальных игр Николая Николаевича Красовского и Андрея Измайловича Субботина. Ну и при этом использовался метод функции Липунова из теории устойчивости. Другой подход был предложен в работах Крэндалла и Леонса и получил название вязкостное. Определение. Вязкостное решение задачи Каши – это, опять же, непрерывная функция φ, которая удовлетворяет краевому условию, и в каждой точке Tx выполнена пара неравенств для суб- и субградиентов функции φ. То есть, ну вот здесь я напоминаю определение субдифференциала и супердифференциала φ в точке Tx. Вот было дано такое определение, то есть опять же, одно уравнение Гамильтона и Коби распадается на пару дифференциальных неравенств, но если раньше у нас были производные по направлению, то здесь используется суб- и суперградиент. То есть, ну опять же, были изучены все свойства вязкостных решений, но здесь техника немножко другая, то есть и сама идея другая, она восходит к теоремам сравнения и уравнения математической физики. Для доказательства существования использовался метод исчезающей вязкости, отсюда и название. Ну, а опять же, ключевой факт о единственности доказывался при помощи метода штрафных функций. Ну и так вот появились два подхода к понятию обобщенного решения. Естественно, встал вопрос о том, как эти подходы друг с другом связаны. Ну и в полной мере был этот вопрос решен Андреем Измайловичем Субботиным. То есть в одну сторону достаточно простое доказательство, что минимаксное решение является вязкостным. Это следует просто из того, как связаны между собой
производные по направлениям и супер-супер-дифференциалы. А вот доказательство того, что вязкостное решение является минимаксом, это факт нетривиальный, но для его доказательства было установлено вот следующее, весьма тонкое свойство субдифференциала. Вот на нем остановимся чуть подробнее. То есть если у нас есть полунеплюемая снизу функция φ, некоторая точка t со звездой x со звездой, f большой, непустой, выпуклый, компакт, и предположим, что для любого направления f из f большой выполнено неравенство для нижней производной функции φ по направлению 1f. Тогда в любой сколь угодно малой окрестности точки t со звездой x со звездой найдется точка tx, такая, что в этой точке функция φ субдифференцируема, и найдется такой субградиент p0p, для которых будет выполнено вот такое неравенство. Используя вот этот технический факт, уже достаточно легко доказывается тот факт, что вязкостное решение является минимаксом, ну а более точно вот справедливо следующее следствие, что для любой полунепрерывной функции φ, вот первое из неравенств, которое определяет минимаксное решение, эквивалентно первому из неравенств, которое определяет вязкостное решение. Ну и аналогично для вторых неравенств я не стал приводить на слайде. Ну это как бы отсюда следует, что вот определение минимаксного решения и определение вязкостного решения эквивалентны. То есть вот два подхода, которые имеют под собой совсем разные соображения, оказались эквивалентными. Но это важно, ну, прежде всего потому, что в зависимости от ситуации иногда бывает удобнее пользоваться то одним определением, то другим. Но и более того, то есть некоторые свойства, которые, например, для минимаксных решений проверяются достаточно легко, эти свойства автоматически переносятся теперь и на вязкостные решения. То есть вот так кратко обстоит ситуация с теорией обобщенных решений обыкновенных уравнений Гамильтона и Коби. Ну и теперь я перехожу, собственно, к основному материалу доклада. Это наследственные уравнения Гамильтона и Коби. Ну и здесь по такой же схеме я сначала расскажу, откуда такие уравнения появляются, и потом расскажу, как для таких наследственных уравнений строится теория минимаксных решений и вязкостных решений. Сначала некоторые обозначения. То есть зафиксируем число h больше нуля, и для каждого t малого рассмотрим стандартное пространство непрерывных функций из минус ht rn с нормой, которую будем обозначать вот таким вот символом. Теперь через g большое обозначим множество пар tx, где t — это число от нуля до t большой момент времени, а x — это вот непрерывная функция из минус ht в rn. На множестве g рассмотрим метрику Ро бесконечность, которая определяется следующим образом. То есть здесь второе слагаемое — это есть равномерная норма разности между постоянными продолжениями функций x и y вправо до момента времени t большой. Ну вот зачем это делается? Потому что если я рассмотрю пару tx и tau y, то функции x и y, вообще говоря, имеют разные области определения, поэтому мы берем их постоянные продолжения вправо и меряем разность уже между такими постоянными продолжениями. Рассмотрим теперь задачу оптимального управления, которая аналогично той, которая была рассмотрена выше, но теперь уже для системы с запаздыванием. В чем основное отличие? В том, что теперь в правую часть уравнения движения входит не значение функции y в точке tau, то есть не текущее состояние системы, а вся история движения, которая сложилась до момента времени tau. То есть вот такой символ y tau с точкой обозначает сужение функции y на отрезок минус h tau. Ну а по смыслу это история движения нашей системы на отрезке минус h tau. Это привносит в систему свойство наследственности. То есть мгновенная скорость изменения состояния зависит теперь не от текущего состояния, а от того, как система в это состояние приехала. Ну, соответственно, если мы возьмем какой-то начальный момент времени t, то в качестве начальных данных нужно задавать всю историю движения на промежутке минус h до этого момента времени t, то есть задавать функцию x, определенную на этом отрезке. Таким образом, роль позиции системы для системы с запаздыванием играет как раз пара tx из вот того множества g, которое определено выше на слайде. В задаче оптимального управления c
цель минимизировать значение показателя качества, который, ну, имеет схожую структуру, но только несколько более общий. То есть первое слагаемое теперь оценивает все движение целиком. Ну и также вот та величина, которая стоит под интегралом, она также может зависеть от истории движения. Если мы теперь также введем величину оптимального результата или рассмотрим цену, то уже мы получим функционал Т0, определенный на пространстве позиции. То есть раньше это была функция, определенная на 0t крест Rn, а теперь это функционал, определенный уже на бесконечномерном пространстве G. Ну вот это определение этого функционала, оно такое же, как в классическом смысле. Ну и первый вопрос, который здесь встает, как вообще выписать уравнение на этот функционал? То есть он определен на каком-то не очень стандартном пространстве G. То есть как вообще построить теорию уравнения Гамильтона и Кобе, что взять за основу? Прежде чем переходить к этому вопросу, да, то есть я опять же скажу о том, при каких предположениях мы тут работаем. То есть предположение 3 – это почти такое же предположение, как предположение 1, за исключением того, что у нас теперь, ну, все функции определены на других пространствах, а вот функциональную переменную мы меряем в норме пространства C. Это предположение достаточно общее и позволяет охватить, ну, типичные случаи систем с запаздыванием. То есть какие бывают системы с запаздыванием? Это системы с постоянным сосредоточенным запаздыванием, то есть когда в правую часть входит y как tau минус h. Это системы с переменным запаздыванием, то есть когда величина запаздывания зависит от tau. Ну, либо также системы с распределенным запаздыванием, когда в правую часть входит интеграл по всей истории движения. Вот, то есть наша задача вот при таком предположении как-то выписать уравнение, такое уравнение, которое бы играло роль, аналогичную роль уравнения Гамильтона и Кобе в классическом случае. Здесь можно выделить так, условно два подхода, как это можно делать. Первый подход состоит в том, что давайте на нашу систему запаздывания, на наше уравнение с запаздыванием посмотрим как на обыкновенное дифференциальное уравнение, но в функциональном пространстве. То есть обыкновенное дифференциальное уравнение, но над пространством непрерывных функций. Тогда мы естественным образом придем к уравнениям Гамильтона и Кобе над пространством непрерывных функций, где частная производная по x — это будет производная по x. Если здесь немножко вот уйти в сторону, то надо сказать, что это теория. То есть такие уравнения Гамильтона и Кобе рассматриваются, изучаются обобщенные решения уравнений Гамильтона и Кобе в абстрактных банах двух пространств. Ну, понятно, что более полная и богатая теория построена в случае гильбертовых пространств. Но надо сказать, что в основном это делается не для, как бы, мотивация — это не системы с запаздыванием, основная мотивация — это системы, которые описываются уравнениями в частных производных. Но также вот есть работы, когда результаты этой теории применяются к изучению задачи оптимального управления системами с запаздыванием. Но недостаток этого подхода заключается в том, что он вот не позволяет в полной мере охватить системы с запаздыванием общего вида. То есть если мы работаем при предположении 3, то известные результаты, они нет известных результатов, которые позволили бы построить теорию обобщенных решений уравнений Гамильтона и Кобе. Вот, то есть этот подход такой, можно сказать, немножко грубый. Он берет систему с запаздыванием, у которой есть своя специфика, свои какие-то тонкости, и вкладывает его в такой общий класс обыкновенных дифференциальных уравнений в банах пространствах, ну и вот при этом вложении теряется некоторая специфика. Если говорить более подробно, то проблема в том, что не удается построить полноценную теорию обобщенных решений для уравнений Гамильтона и Кобе в пространстве непрерывных функций. И проблема связана с тем, что вот норма в пространстве C обладает плохими свойствами дифференцируемости. То есть она не является дифференцируемой по Фрише. Ну, по Фрише. А вот техника, которая тут задействуется, она опирается на гладкие вариационные принципы. Но вот о том, что такое гладкие вариационные принципы, я расскажу чуть позже. Но при этом вот пространство непрерывных функций – это именно то пространство, с которым мы должны работать, так? Но оно является наиболее естественным. То есть это первый подход, но вот у него есть преимущество в его некоторой универсальности, но недостаток в том, что вот он не позволяет учесть специфику систем запаздывания.
В этом смысле более продуктивным оказывается второй подход. Этот подход, основная идея его в том, что мы будем изучать свойства величины оптимального результата при сдвиге вдоль возможных движений системы. То есть мы не будем смотреть на это как на абстрактное дифференциальное уравнение и применять аппарат производных решений, а будем изучать свойства вдоль продолжения. Благодаря этому удается более детально учесть специфику систем запаздывания и вот работать, в частности, при тех предположениях, которые были сформулированы. Для того, чтобы эту идею реализовывать, то есть изучать свойства вдоль возможных траекторий, классический аппарат производных решений оказывается неудобным. Поэтому приходится вводить какие-то специальные понятия дифференцируемости, работать с какими-то специальными производными. Ну и подходящими оказываются, например, так называемые инвариантные и коинвариантные производные, которые были предложены в работах Аркадия Владимировича Кима для изучения вопросов устойчивости систем запаздывания. Потом их Николай Ильич Лукоянов взял за основу при построении теории уравнений Гамильтона и Коби для систем с запаздыванием. Здесь также надо отметить близкие понятия клео-производных, а также горизонтальных и вертикальных производных. То есть, ну и вот то, о чем я буду рассказывать, это развитие вот этого второго подхода. Поэтому я начну с того, что дам определение, что же такое коинвариантные производные функционала фи, определенных на подпространстве позиции g. Через g0 обозначим множество тех позиций tx, у которых t меньше, чем t большое, то есть выбросим правую границу. Для каждой точки tx через lib tx обозначим множество липшицевых продолжений функций x справа, то есть это множество функций y, которые до момента времени t совпадают с x, а дальше ведут себя как угодно, лишь бы они были липшицевыми на отрезке t малое, t большое. Тогда функционал φ называется коинвариантно дифференцируем, либо кратко φ дифференцируем в точке tx, если существуют такие число dφ и вектор набла φ, что для любого продолжения y вот, изменение функционала φ вдоль этого продолжения я могу представить вот в таком виде. То есть здесь бесконечно малая добавка может зависеть от выбора продолжения. А вот сами величины dφ и nφ называются коинвариантными производными, ну либо dφ это коинвариантная производная по t, а nφ это коинвариантный градиент. Если теперь говорить про терминологию, то вот слово инвариантность подчеркивает, что вот сами величины dφ и nφ, они не зависят от выбора продолжения. То есть вот это соотношение должно выполняться для любого продолжения, при этом сами производные от этого продолжения не зависят, а зависит может только вот эта добавка по малой. Приставка ко добавляется для того, чтобы подчеркнуть, что переменные tau и y, они варьируются одновременно и согласованно. То есть, ну, это получается коинвариантный производный. Если теперь как-то пытаться сравнить вот это понятие коинвариантной дифференцируемости с классическим понятием дифференцируемости по Фрише или по Гашов, то здесь можно отметить следующие два момента. То есть, во-первых, в качестве допустимых превращений аргумента x рассматривается только продолжение этой функции вправо, то есть функции y из lib tx. В частности, это говорит о том, что значение функции x на промежутке минус ht не варьируется. Кроме того, так как функции y липшицевы, то вот в качестве аргументов у о малого берется только разность tau минус t, то здесь y нет. Второй момент, это что вот мы задали правую часть, ну, то есть линейную часть превращения задали вот в таком специальном виде. Ну, в частности, y здесь ходит только через y от tau. То есть играет роль значение функции y лишь в точке tau. Ну, отсюда, в частности, вытекает, что сам градиент по функциональной переменной является элементом конечномерного пространства Rn. То есть в отличие от классических производных, наших коинвариантных производных, это число и вектор. Вот мы ввели понятие коинвариантной дифференцируемости, и теперь вот той задачей оптимального управления для системы с запаздыванием мы можем взять и пока просто формально выписать соответствующую задачу Каши. То есть определим гамильтониан подобным образом, как это было в классическом случае, и рассмотрим уравнение Гамильтона и Коби
Но теперь здесь уже участвуют вот коинвариантные производные функционала Х0, ну, а при первом Т большой задано краевое условие на правом конце. Теперь для того, чтобы установить связь между задачей оптимального управления и вот такой задачей Каши, надо предположить что-то типа непрерывной дифференцируемости. Ну вот, дадим соответствующее определение. То есть назовем функционал Х гладким, если он непрерывен, и дифференцируем во всех точках множества Т0, при этом его коинвариантные производные также непрерывны. Вообще, чем вот эти коинвариантные производные хороши и почему они удобны? Потому что если мы начнем считать производную функционала в силу системы, или брать производную суперпозиции этих гладкого функционала и некоторых функций Y, то мы получим формулу, которая по своему виду очень похожа на стандартную. То есть, а именно, вот справедлива лемма, что если у нас есть гладкий функционал, точка Tx и ее Лившицево продолжение, и число t, сколь угодно близкое к t большому, то если мы рассмотрим, начнем изучать, как ведет себя функционал Φ вдоль продолжения Y, то есть рассмотрим вот такую суперпозицию μ, то тогда эта суперпозиция Лившицева, и ее производная вычисляется вот по такой формуле. То есть это стандартное правило дифференцирования сложной функции, однако теперь здесь стоят не частные производные, а вот те самые коинвариантные производные, которые были введены. То есть они по большому счету так и вводятся, чтобы вот это правило работало. Имея это правило, достаточно стандартным образом проверяются следующие три факта. То есть если так случилось, что функционал цены Т гладкий, то он будет решением соответствующей задачи Каши. С другой стороны, если существует гладкое решение задачи Каши, то это решение обязано быть функционалом цены. При этом, опять же, по этому решению можно строить оптимальную стратегию управления, и теперь уже с памятью истории движения. Вот согласно аналогичной формуле, только теперь вместо обычного градиента здесь стоит коинвариантный градиент функционала Фи. То есть если, опять, при предположении гладкости, предположение о том, что существует гладкое решение вот такой задачи Каши, мы полностью решаем нашу задачу оптимального управления, с которой мы стартовали. Ну и вот эти три свойства, по большому счету, и позволяют называть это уравнением Гамильтона и Коби-Беллман, то есть это именно то уравнение, которое играет роль, которую, ну, играет роль, аналогичную роль уравнения Беллмана в классическом случае. Теперь, как обстоят дела с теорией обобщенных решений таких задач Каши? Ну, прежде чем переходить к результатам, я вот тут на слайде привожу предположение, которое, опять же, почти такое же, как предположение 2, за исключением того, что теперь мы работаем в других пространствах, а вот норма x считается как равномерная норма пространства C. Первым тут был развит минимаксный подход к понятию обобщенного решения, то есть это работа Николая Юрьевича Лукоянова, начиная с 2000 года. Какое дано было определение минимаксного решения? Это непрерывный функционал Фи, который удовлетворяет краевому условию, и паре дифференциальных неравенств. То есть по своему виду это очень похоже на то, что было в классическом случае, за исключением того, что теперь вот тут стоят некоторые специальные нижние и верхние производные функционала Фи по многозначному направлению. В роли направления теперь выступает выпуклый компакт из пространства Rn. В данном случае роль направления играет шар вот такого радиуса. То есть ниже здесь приведены строгие определения, что такое нижнее и верхнее производные функционала по многозначному направлению F. Ну вот если как-то комментировать, то здесь опять же идея о том, что нужно смотреть изменения функционала Фи вдоль продолжений, то есть здесь смотрится, то есть перебираются направления W омега из множества омега большое, а омега большое состоит из таких продолжений точки Tx, у которых производная лежит в эпсилон окрестности множества F. Ну а потом этот эпсилон устремляется к нулю. Теория минимаксных решений была развита, то есть было доказано те же, ну, свойства минимаксных решений, то есть существование единственности, непрерывная зависимость от входных данных, согласованность понятия
решение в классическом смысле, содержательное. То есть все здесь это было сделано, но при этом, в отличие от классического случая, здесь уже пришлось использовать технику кигладки функционалов Антонова Красовского. Ну, здесь надо подчеркнуть, что несмотря на то, что работы эти начались в 2000 году, при вот том предположении, которое здесь было сформулировано, вот эту теорию удалось построить совсем недавно, то есть это результат 2021 года. А раньше этого сделать не удавалось, и приходилось рассматривать более ограничительные предположения. Ну, в частности, вот здесь Липшица смотрится в равномерной норме, но раньше здесь были какие-то более сильные требования, например, норма стояла пространство или линию. А связано это с тем, что вот надо было построить какой-то подходящий функционал Липунова-Красовского, а когда мы работаем с нормой в пространстве С, то эта норма оказывается недифференцируемой, то есть у нее плохие свойства коинвариантной дифференцируемости. Что, в общем, мешало тому, чтобы взять и как-то просто построить подходящий функционал Липунова-Красовского. Если говорить более точно, то давайте рассмотрим вот такой функционал φ, как квадрат равномерной нормы, то можно доказать, что вот в точках Tx, у которых максимум достигается в конце точки t, и при этом он не равен нулю, то вот во всех таких точках вот этот функционал не будет коинвариантно дифференцирован. Из-за этого вот такой случай общей липшицовости в норме цене не удавалось охватить. Однако оказалось, что вместо нормы можно использовать какой-то некоторый другой функционал, то есть это вот функционал V большой, здесь он обозначен, формула приведена на слайде. Это конструкция вот из работы 2020 года. То есть это в некотором смысле регуляризация вот этого функционала φ. И в чем она состоит? В том, что мы получаем функционал, который, грубо говоря, эквивалентен квадрату равномерной нормы, то есть он зажат вот такими двумя неравенствами. А с другой стороны, он уже является кигладком. Ну вот тут выписаны формулы для его производных. И вот, используя уже вот этот функционал V большой за основу, уже удалось построить подходящий функционал, кигладный функционал Липунова-Красовского, ну и в частности доказать теорему о единственности минимаксных решений. Теперь, если переходить к теории вязкостных решений, то вот здесь также было Николаевичем Лукьяновым предложено вот аналог определения Хендла и Йонса через суб- и супердифференциалы, то есть были введены понятия коинвариантных субдифференциалов и коинвариантных супердифференциалов функционала φ, вот формулу представлены на слайде, то есть здесь опять та же самая идея о том, что мы рассматриваем изучение функционалов только вдоль продолжений. И в терминах этих суб- и супердифференциалов было дано определение вязкостного решения. Это непрерывный функционал φ, который удовлетворяет краевому условию и во всех точках Tx удовлетворяет паре неравенств, но теперь уже вот для коинвариантных суб- и суперградиентов. То есть такое определение было дано, было доказано, что минимаксное решение является вязкостным, то есть это дает факт существования вязкостного решения. Однако теорема единственности до сих пор доказана не была. То есть существование есть, единственность нет. И вот тот результат, о котором я буду рассказывать, то есть основной результат доклада, как раз и заключается в том, что здесь удалось существенно продвинуться и вот отчасти закрыть этот вопрос. Прежде чем я сформулирую основной результат, я бы хотел остановиться на одной сложности, которая здесь возникает. А именно эта сложность, ее не было в конечномерном случае, она связана именно с тем, что мы теперь работаем, грубо говоря, над пространством непрерывных функций. Это пространство бесконечномерное, и в нем уже ограниченные замкнутые множества не обязаны быть компактами, ну и как следствие функционалы, определенных на таких множествах, непрерывные ограниченные, они уже могут не достигать своих экстремальных значений, то есть минимум и максимум. А вот техника работы с вязкостными решениями, она как раз и подразумевает такие операции. Ну и здесь можно отметить, что почему в рамках минимаксного, то есть минимаксный подход с этой сложностью не сталкивается, потому что при развитии вот, теории минимаксных решений всегда удается ограничиться рассмотрением компактных подмножеств пространства G.
А вот если мы говорим про вязкостные решения, то здесь уже по существу возникает работа с функционалами, которые определены только на ограниченных и замкнутых множеств, ну, грубо говоря, шар единичных в пространстве C. И такие вот непрерывные ограниченные функционалы на таких множествах уже не обязаны достигать своих экстремальных значений. Но вот это отличие минимаксного и вязкостного подхода можно увидеть, ну, непосредственно вот из тех определений, которые приведены. То есть здесь участвуют нижние и верхние производные, и, как я говорил, тут перебираются все продолжения, у которых производная лежит в эпсилон окрестности выпуклого компакта. То есть само вот множество таких продолжений – это компакт C. А если мы говорим про суб- и супердифференциалы конвариантные, то здесь перебираются все продолжения. То есть здесь нет ограничения на производные, поэтому здесь ограничиться каким-то компактом не удается. Но в этом и как бы мощь вот этого определения вязкостного решения в том, что здесь берутся все продолжения без ограничения на производные. Итак, вот основной результат представлен на слайде, это теорема 2, которая говорит о том, что для любого функционала φ из множества φ плюс, я чуть позже расскажу, что это за множество. Первое из условий, которое определяет минимаксное решение, эквивалентно первому из условий, которое определяет вязкостное решение. То есть для того, чтобы доказать единственность вязкостного решения, мы пошли вот путем через эквивалентность, то есть докажем эквивалентность определения минимаксного и вязкостных решений, а затем воспользуемся фактом единственности минимаксного решения. Теперь, что здесь такое множество φ плюс? То есть по большому счету это требование функционала φ быть полунепрерывным снизу, но не относительно вот той базовой метрики ρ бесконечность, а относительно некоторой вспомогательной метрики ρ1, которая выписана на слайде. То есть раньше здесь второе слагаемое это была равномерная норма разности между постоянными продолжениями, а здесь стоит норма разности концов этих продолжений и интеграл от нормы разности продолжения x и y. То есть, ну, здесь это требование полной прерывности снизу несколько ослаблено, но вот я думаю, что я не буду вдаваться в детали. То есть можно просто считать, что фи полный непрерывен снизу относительно метрики ρ1. И для таких функционалов оказывается, что первое из условий из определения минимаксного решения эквивалентно первому из условий определения вязкостного решения. Ну, понятно, что если мы рассмотрим симметрично класс функционалов φ минус, то есть здесь надо лимынг поменять на лимсуб, не раньше в противоположную сторону, то мы получим, что вот для функционалов из пересечения φ плюс и φ минус определение минимаксного решения эквивалентно определению вязкостного решения. Ну и как следствие того, что теория минимаксных решений уже построена, мы автоматически получаем единственность вязкостного решения, вот как главное следствие вот этой теоремы. Но вот раз мы сузили несколько класс функционалов, то здесь может возникнуть проблема с существованием, но оказывается, что такой проблемы не возникает, и вот в тех типичных задачах оптимального управления для систем с запаздыванием, с которыми мы работаем, функционал цены, можно показать, что он будет лежать в этом классе. И в итоге мы что получаем? Что при тех предположениях, при которых мы работаем, функционал цены можно охарактеризовать как единственное вязкостное решение, соответствующее задаче Каши, принадлежащее вот такому пересечению. Но это вот и есть то, к чему мы стремились, то есть характеризация функционала цены. Ну, для того, чтобы доказать вот тот факт, что минимаксное вязкостное решение эквивалентное, мы следовали схеме Андрея Ивановича Субботина и доказали свойства субдифференциала, но теперь уже конвариантного субдифференциала. Для этого, правда, пришлось несколько модифицировать понятие нижних производных по многозначным направлениям, но я тут, наверное, тоже это немножко пропущу. И вот была доказана лемма 3, то есть вот свойства конвариантного субдифференциала. Вот следующее, то есть если у нас есть функционал из класса φ+, точка t со звездой x со звездой непустой выпуклый компакт, и вот предположим, что для модифицированной нижней производной функционала φ по направлению f большое, вот такая производная больше нуля. Тогда в сколь угодно малой окрестности этой точки t со звездой x со звездой найдется точка tx и конвариантный субградиент в этой точке, для которой будет выполнено вот такое неравенство. То есть вот такой технический факт составляет основу
доказательство теоремы 2. Теперь я бы хотел немножко рассказать о том, как доказывается вот этот ключевой факт, но более конкретно я бы хотел рассказать о том, как удается преодолеть вот ту сложность, которая связана с бесконечной мерностью подлежащего пространства, то есть как мы обходим тот факт, что непрерывные функционалы, ограниченные на ограниченных и замкнутых множествах, могут не достигать своих экстремальных значений. То есть, вообще говорят, в теории уравнения Гамильтона и Кобе такие, ну, над бесконечномерными пространствами такие проблемы возникают, и они решаются при помощи вариационных принципов. То есть основной проблемой при доказательстве вот этой лемы было доказательство подходящего вакуума вариационного принципа. То есть это утверждение следующего плана. Вот такой факт. Если мы зафиксируем число альфа и рассмотрим x большое, непустое замкнутое множество, которое не содержит правого конца, ну и, грубо говоря, ограниченное вот этим числом альфа. И пусть у нас есть полунепрерывный снизу и ограниченный снизу функционал. То есть у нас x не обязательно компактно, но вот есть полунепрерывный снизу и ограниченный снизу функционал, и вообще говоря, ниоткуда не следует, что функционал φ должен достигать своего минимума. Однако оказывается, что для любого сколь угодного малого числа каппа существует такая добавка пси и точка t с верхней звездой, x с верхней звездой, такие, что вот уже сумма φ плюс пси уже достигает своего минимума. Ну и вот точка t с звездой, x со звездой, это и есть та самая точка. Второе, что вот сама эта добавка мала, то есть каппа это малое число, то есть сам функционал пси, его значения малы. И почему этот вариационный принцип называется гладким? Потому что вот эта добавка, она оказывается дифференцируемой в этой точке t со звездой, x со звездой. Но дифференцируемой именно вот в вот этом специальном смысле коинвариантной дифференцируемости. И при этом коинвариантная производная в этой точке также малы. То есть каппа это малое число. То есть вот доказательство, имея вот такой гладкий вариационный принцип, уже удается обойти вот эту сложность, связанную с тем, что исходный функционал φ может не достигать своего минимума, но вот его можно немножко возмутить, добавить малую добавку, так что минимум уже будет существовать, при этом эта добавка будет дифференцируемой и иметь малые производные. В свою очередь, откуда эта лемма вытекает, то есть она взялась не с потолка, не сама по себе, то есть основу для доказательство этой лемы составляет следующий весьма общий вариационный принцип, который был доказан в 2000 году. То есть, давайте я кратко его прокомментирую. То есть, пусть у нас теперь есть некоторое абстрактное полное метрическое пространство, полунепрерывное снизу и ограниченное снизу функция f. И предположим также, что у нас есть некоторая калибровочная функция ρ, то есть определенная на произведение xx, со значениями в 0 плюс бесконечно. А именно, вот предположим, что есть функция ρ, которая обладает следующими тремя свойствами, ну и в частности она связана с метрикой на этом пространстве. Предположим также, что дана последовательность чисел дельта и t, а также число эпсилон точка x, для которых выполнено вот такое условие. Тогда что утверждается? Что найдется точка x со звездой и последовательность x и t, для которых будут выполнены три условия, но для нас наиболее важно третье, что вот если мы к этой функции f прибавим добавку в виде вот такого ряда, то полученная функция суммы уже будет достигать минимума вот в этой точке x с верхней звездой. То есть вот такой вариационный принцип, в чем его сила и почему мы смогли его использовать. Тут важно, что допускается большой произвол в выборе вот этой калибровочной функции. То есть, какую функцию мы здесь зададим, такую добавку мы и получаем. А требования относительно этой функции, ну, достаточно минимальные. То есть здесь не требуется даже ее непрерывности, несимметричности. Ну и если мы эту функцию, нам удалось ее подобрать хорошо, то и та добавка, которую мы получим, вот такой ряд, тоже будет хорошей. Если теперь говорить вообще про этот вариационный принцип, то надо сказать, что он достаточно общий. И если мы в качестве вот калибровочной функции возьмем саму метрику, то получим вариационный принцип Эклунда. А если у нас теперь будет x, это банное пространство с гладкой Кофрише нормой,
И в качестве калибровочной функции мы возьмем норму разности в степени P, при P больше единицы, то получим гладкий вариационный принцип Бровейна-Прайса. Ну, а для того, чтобы получить наш результат, вот, тот вариационный принцип, который был, была построена следующая калибровочная функция, ну или вот в нашей терминологии калибровочный функционал, он был построен в таком виде, где V большое – это вот тот самый функционал, который эквивалентен, грубо говоря, квадрату равномерной нормы. Ну вот надо взять число дельта и выбрать так, число кап, число эпсилон выбрать вот так, и тогда вот этот абстрактный результат теоремы 3 говорят о том, что вот если мы возьмем добавку пси вот в виде вот такого ряда, то сумма пи плюс пси уже будет достигать своего минимума. Ну и с учетом свойств гладкости вот этого функционала V удается доказать, что вот эта добавка пси будет кайнорядно дифференцируема именно в точке минимума. То есть в других точках она может уже дифференцируема не быть. Хорошо, ну и вот в заключение я хотел сделать еще два комментария. То есть первый комментарий говорит о том, что вот мы природу не обманули, мы не оказались умнее всех, и мы не смогли доказать вариационный принцип в пространстве C. Да, потому что обычно в литературе под гладким вариационным принципом понимается тот факт, что вот эта малая добавка, она гладко по Фрише, ну или по Гато. А ту добавку, которую мы сконструировали, она дифференцируема коинвариантно. И действительно можно доказать, что вот функционал V, который играет вот, в построении добавки ключевую роль, он не будет дифференцируем по Гато, но вот, в некоторых точках X, ну, например, в тех точках, у которых максимум достигается где-то внутри и при этом на двух различных значениях. То есть во всех таких точках он не будет дифференцируем по ГАТО, ну и как следствие ожидать, что ряд будет дифференцируем, не приходится. Поэтому тут важна именно специфика, что вот мы доказали гладкий вариационный принцип, но гладкий с точки зрения коинвариантной дифференцируемости. В то время как в литературе рассматривается дифференцируемость по Фрише. А вот в рамках второго комментария мне бы хотелось хотя бы кратко упомянуть о том, что еще происходит в этой области, и рассказать о близких работах по исследованию вязкостных решений наследственных уравнений Гамильтона и Коби. То есть здесь можно, грубо говоря, выделить три направления, три группы работ близких. Это работа Антона Романовича Плаксина, моего коллеги. Что он делал? Ему удалось обойти вот эту проблему с использованием гладких вариационных принципов благодаря тому, что он предложил вместо пространства C рассматривать пространство кусочной непрерывной функции, то есть расширить пространство, но при этом сузить класс функционала. И вот благодаря этому ему удалось ограничить использованием техники конечномерной оптимизации, то есть не возникло, ну, то есть он смог обойти вот проблему того, чтобы искать минимум на функциональном пространстве, ограничивается техникой конечномерной оптимизации. То есть близкие в некотором смысле конструкции были предложены Джоу, и он рассматривал все это над пространством Кадлак функций, и ему пришлось доказывать свой специальный вот, левый принцип максимизации и также накладывать некоторые дополнительные ограничения на функционалы, с которыми он работает. И здесь опять же ему удалось вот от этого вопроса уйти и использовать только технику конечномерной оптимизации. Ну и в последние годы вот стали появляться работы, в которых предлагается то есть эту проблему не обходить, а ее решать при помощи вариационных принципов вот с подходящими калибровочными функционалами. Но здесь другие определения немножко вязких решений, терминах простилающих функционалов, немножко другие условия. И вообще, если формально сравнивать вот тот результат о единственности вязкостного решения, которое мы получили с известными в литературе, то наш результат не покрывается результатами этих работ. Но, конечно, надо сказать, что при доказательстве мы использовали технику, во-первых, из работ Николая Юрьевича Лукоянова, а во-вторых, ну, вот из всех работ всех авторов, которые приведены на слайде, какие-то идеи были у них заимствованы.
На этом у меня все. Если кто-то захочет подробнее ознакомиться, то можно прочитать нашу совместную с Антоном Романовичем Плаксином статью в Journal of Functional Analysis. Либо есть еще обзорная статья «Успехов математических наук» совместно с Николаем Ильичем Лукьяновым. Спасибо. Если вопросы докладчика, подходите, пожалуйста, к микрофону. Спасибо за размеренный доклад. Вот такой вопрос. Вот когда мы говорили, когда обсуждался Минимакс и вязкостный подход к конечным мерам случая, то, собственно, тот прорыв, который удался, получилось сделать, он был за счет того, что появилось понятие выживаемость, появились хорошие формулировки, что такое выживаемость, и, собственно, за счет этой идеи получилось показать эквивалентность. Так или иначе, ощущение, что здесь что-то похожее. При этом мы можем попытаться выживаемость вытащить. Ну, например, там, сначала проговорить про там, у нас есть уравнение запаздывания в С, что можно сказать про выживаемость, если это как условно там, первый план, да, следующий план. Можем ли мы говорить вообще про выживаемость в принципиально более сложных системах, например, пробный порядок? А совсем другой план будет так. Мы сейчас обсудили, что такое почти субдифференциал в плохом, нехорошем пространстве, в стандартном контуре функциона пространства С. Сказали, что да, он не гладкий, но вот мы умеем его обрабатывать с помощью двух неравенств, вот такой правильной переделки нормы, ну, то, что было на слайдах. Можно ли из этого вытащить условно правильный негладкий эволюционный анализ для пространства С? Ну, то есть вот насколько получится ответить на столь провокационные вопросы, не знаю, но как получится. Спасибо за вопрос. Прежде всего, что касается выживаемости, то такие работы есть, и там на самом деле все хорошо, потому что там у нас есть просто. То есть здесь сложности в основном возникают из-за того, что мы работаем с неоднородными гамильтонианами. И то есть, с точки зрения задачи оптимального управления, сложность у нас в том, что есть интегральное слагаемое показатель качества, и для него, ну и от него требуется очень мало. То есть если его нет, то у нас однородные гамильтонианы, здесь сложностей никаких принципиальных не возникает, и здесь не нужна даже гладкость нормы в С. Это обходится. Теперь, если говорить про те супердифференциалы, которые здесь были введены, и о том, можно ли здесь что-то сделать для пространства непрерывных функций, я думаю, что, наверное, нет, потому что это специальные конструкции, подобранные под ту задачу, с которой мы работаем. Это специальное пространство part x, то есть это работа только с продолжениями. Если как бы рассмотреть просто пространство C, я думаю, что так вот напрямую то, что здесь было сделано, наверное, перенести не удастся. То есть это специально подобранные объекты? Да, да, да. Есть ли еще вопросы? Михаил Владимирович, откуда взялась волшебная константа 3 минус корень из 5 пополам? Если мы, то есть, вот на этот функционал посмотрим, тут стоит квадрат, если мы его распишем по формуле, да, квадрат разности, и вот эту штуку домножим на знаменатель и сюда вот перенесем, то там получается квадратное, да, как сказать, ну, грубо говоря, квадратное уравнение, ну и вот оно снизу можно оценить вот такой штукой. А еще вопросы? Пожалуйста, только микрофон. Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, можно ли добиться полной сходимости? Вот вы доказали фактически замену при замене непрерывных функций, дискретные функции. Вы доказываете единственность, а сходимость можно доказать и не локально, а, допустим, глобально. Спасибо. Не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, что вот, в каком смысле дискретность понимается?
А не могли бы вы, пожалуйста, уточнить вот, про дискретность? Это... Единственность вы спокойно доказали, а сходимость... Какого-то метода конкретного для решения? Или... Если говорить, например, о разных схемах. А, если говорить о разных схемах. Мы набор дискретных точек. Мы фактически можем представить только между точками какой-то непрерывной функции. Но в точках узловых мы все равно не добиваемся равенства в окрестности этих точек. Фактически сходимости к непрерывной функции. У нас не получается это. А возможно ли, поэтому мы стремимся доказать сходимость. А возможно ли это принципиально, вот если судить по вашей теории? Хорошо, я понял, спасибо большое. Что я могу сказать? Что если мы рассмотрим вот такую задачу решить, она действительно рассматривается на бесконечномерном пространстве, и те результаты о единственности, их можно использовать для того, чтобы перейти вот здесь от бесконечномерного пространства к конечномерному. То есть, например, вместо непрерывной функции работать со сплайнами на фиксированной сетке. И такие результаты... Да, то есть... Как только мы подходим к узловой точке, мы справа и слева получаем разные значения. Поэтому фактически по теоремам мы можем говорить об интегрируемости функций только вот на внутренних промежутках, если использовать то есть, смотрите, то есть здесь есть результаты о том, что я вот само уравнение могу аппроксимировать при помощи уравнения Гамильтона и Коби в конечномерном пространстве большой размерности. А уже потом для обыкновенного уравнения Гамильтона и Коби я могу применять численные методы. И вот тот факт, что я вот это уравнение могу аппроксимировать уравнением над Rn при достаточно большом n, вот здесь, конечно, результаты о единственности важны, и такие результаты есть. Вот в работах Николая Ильича Лукоянова это было в том числе показано. Спасибо. Так, спасибо. Наверное, следующий вопрос уже в кулуарах. Давайте еще раз поблагодарим докладчика. Спасибо большое внимание.